У заместителя главы по строительству, контролирующего еще и выделение земельных участков, в аренде оказались эти самые земельные участки на сумму более 7,5 миллионов рублей. Владимир Алексеян создавал их в субаренду предпринимателям. Стоит отметить, что бизнесом в семье заместителя главы города занимаются все. Нефтекамский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан в результате мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о неправомерных действиях заместителя главы администрации городского округа города Нефтекамск по факту фиктивного обслуживания в автомастерской его сына служебных автомобилей городской администрации и предприятий города. Без фактического проведения ремонтных работ проведена доследственная проверка. В ходе проверки состава какого-либо преступления в действиях заместителя главы администрации городского округа не обнаружено. Однако выявлено нарушение федерального закона о муниципальной службе в Российской Федерации. В виде нарушения запрета муниципальным служащим заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой. О выявленном нарушении для принятия необходимых мер сообщено в прокуратуру города и главе администрации. И теперь же глава города Рашид Давлетов должен будет принять решение о мерах наказания подчиненного. Федеральный закон в этом случае предусматривает помимо административного штрафа применение дисциплинарного наказания или увольнение сотрудника. Лилия Гарифуллина, Денис Кузнецов. Время новостей.